Чего надо? Подожди. Сдавай стволы и прочее оружие. Теперь скажите, как вы сумели достать эту штуку? Да какая разница, пейте. Такую бутылку не каждый день увидишь. Вам повезло, что все мои друзья свалили. Теперь мне не с кем поделиться, кроме как с вами. Вурхец, вы всегда злитесь. С утра до вечера, целыми днями, без выходных. Положение становится серьезным. Нам нужно взять эту борьбу под контроль. И как можно быстрее. Нужно обсудить с тобой одно задание. А вот не поработать ли нам? Нашему Эдемчику грозит опасность. Местный житель — заноза в заднице. Учитель по имени Сет Уни учит СНС изготавливать бомбы. Чертовски опасно. Есть один засранец, работает на СНС в аудитории политех. Мы просили его уйти, но Уни не понимает намеков. Бах! А фото очень щедрый. Они платят всегда. Вот твои камни. Ступай на восток к политеху и убей Уния. Пора. Покроши там все на куски. Это Синьон. Встречаемся на свалке к северу от аэродрома. Да, сюда. Ты же не говоришь на мандаринском. Плохо. Дерьмово говорю по-английски. Я пытаюсь объяснить. У границы есть станция. Сотовая. Телеком. Внутри есть книга. Если принесешь, мы сделаем хорошие деньги. В книге карты. На них показаны башни для сотовых телефонов. Пилоты следуют от башни к башне, чтобы не заблудиться. Хорошо. У парня в политехе есть спутниковый телефон. Он по нему звонит пилоту. Перед тем, как убить, заставь его позвонить. Скажи пилоту лететь ко мне. Пилот сбросит большой груз. Штука, чтобы расслабиться. Ну, знаешь, учитель и пилот ее воруют годами. Теперь мы ее украдем у них. Вот круто. Я беру пакет, без проблем.
Возьми книгу из узла связи. Thank you.
Давай. А то тащишься, как черепаха. Я посторожу, ты и подлечись. Не высовывайся, там снайпер. Спасибо, что не умер. Не нравятся мне твои раны. Кто это, парень? Я никогда о нем не слышал. Кто он такой? ЦРУ? Один из русских одиночек, бывший КГБшник? Нет, а если он просто снайпер боец? Патронов нет, прикрой! Он тебя увидит, Кира, он тебя найдет. Просто здесь, заткнись. Smoky died.
добыл все малышек? Пойди, потряси учителя. Thank you.
Я не тот, кого ты ищешь. Не знаю, кого ты ищешь, но я ни при чем. Тебе чего-нибудь надо? Что именно? Это я, Саньон. Что-то не так? Ладно, плохо дело. Забудь.